рада приветствовать вас в отделе ЗАГС администрации железнодорожного района города Гомеля. Сегодня, 15 ноября 2014 года, вы вступаете в брак. С этого дня вы пойдете по жизненному пути вместе, любя, уважая друг друга. Постарайтесь сохранить чувство, которое возникло между вами и привело вас сегодня в этот зал. В совместной жизни побольше проявляйте друг другу внимание, уважение, терпение. Уметь любить, уметь прощать, без подозрений доверять. Не забывайте об уважении. Желаем вам не растерять по жизни этого мнения. Но прежде чем зарегистрировать брак между вами, позвольте спросить вас, Олеся Владимировна, согласны ли вы стать женой Николая Александровича? Николай Александрович, я прошу ответить вас, согласны ли вы взять в жены Олесю Владимировну? Согласен. В полном соответствии с кодексом Республики Беларусь о браке и семье и по вашему взаимному согласию брак между вами регистрируется. Я прошу вас подойти к столу и поставить ваши подписи в записи акта о запрещении брака. Разрешить вам вручить свидетельство о заключении брака. Я желаю, чтобы этот документ в вашей семье был единственным. Пожалуйста. Именем Республики Беларусь объявляю вас мужем и женой. По-белорусски вас веншуем и предлагаю новый шаг. Любовь, скрепиться поцелуем. Скрепиться поцелуем брак. Тогда еще раз вас поздравляю с рождением вашей семьи, ячейки общества, долгие лета вашим отношениям, вашим близким. Вас сегодня пришел поздравить ваш близкий вам человек, поэтому принимайте его сердечное поздравление. Поздравляем вам еще.